Во дворе дома номер 8, корпус 3, по улице Чернореченской играет музыка, выступают артисты, встречают гостей. Здесь собрались дети и их родители со всех близлежащих домов. Ребята уже проверили готовность новой детской площадки. Работы приняты, заказчик доволен. Красную ленточку перерезали всем двором. Раньше ребятам приходилось уходить играть в другие дворы. Своя площадка не была пригодна для отдыха, вспоминает Кристина Кротова. Но теперь во дворе дома есть современная детская площадка. Она уже стала любимым местом для прогулок. С утра до вечера дети отдыхают тут. Замечательная площадка, антитравматическая. Мне как маме это очень важно. Также мне как маме радует то, что очень удобные лавочки. Сидим, отдыхаем на них с мамочками, с папочками разговариваем. Реконструкция детской площадки стала возможной благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители сами решают, каким будет пространство вокруг них. Мы помогли жителям составить заявку по программе формирования комфортной городской среды, помогли составить проект и успешно реализовали его тоже вместе с жителями, которые контролировали ход выполнения работы. На этой территории было проведено много работ, потому что, когда мы сюда пришли, это была запущенная территория. Поэтому здесь и расчищали, и планировали землю, и сносили аварийные дома, и проводили устройство основания под площадку. У жильцов уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Установить оборудование, рассчитанное для детей постарше, тренажеры для взрослых, озеленить территорию. С этой инициативой жители домов планируют обратиться в администрацию района. Всего в областном центре в этом году только по нацпроекту будет обновлено порядка 50 дворов. Благоустройство дворов и общественных пространств в приоритете у главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор отмечает и роль самих жителей. Быть неравнодушным и проявлять инициативу – важные шаги на пути к комфортной жизни. Только совместная конструктивная работа власти и жителей, по мнению главы региона, способна принести положительные результаты. Ксения Баканова, Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.